Так. У нас, знаете, в компании существует правило, мы всегда вручаем золотые значки тем, кто особо отличился. Да? В этом году я пока вручил всего один золотой значок. И я вот посчитал, что Андрей Евгеньевич заслужил, чтобы ему официально был вручен золотой значок. Согласны? Спасибо вам огромное. Молодцы. Спасибо большое. Слушайте, знаете, реально молодец, старается. Вот, я думаю, все обратили внимание, да, как искренне относятся. У нас это не просто там руководитель, это полноценный совладелец здесь бизнеса, да, партнер наш. Вот, поэтому очень приятно, что, откровенно скажу, вам сильно повезло с руководителем. Очень сильно. Давайте ему похлопаем. Потому что, знаете, есть такая поговорка: лучший вид нематериальной мотивации — нормальный руководитель.